Я больше не буду, блядь, размыть, пожалуйста. Вот это... Хорошо. Да, да. Вы сейчас сразу предупредить, я на часик замените потом. На работу там... солю. Инвизиблесн есть. Еще есть. Хэлла. Надо Хэлла танчить. Надо Хэлла. Что там, хилы ДД есть? Вроде. Ловушки уже убрали? Что там, Хэлла да. Зайдет? Да, он на Лингрене. Дайте ему пать. Так, так, так. А Вилани, ну ты пока почили с этим. С да, визитом. Окей. И профа, если можно, на завтра оставьте. Да, да, на сегодня ну, не успеем, наверное. Слану, Синдру сначала. Так, а где Лингрен-то? Я ему пати кидал. На ФК, наверное. Всем привет. Провис 3-5 минут АФК. И на месте будем. Так, кто у меня будет дальше? Лингрен, Хрюк и Лаша. Рад некуда делать. По базе Сируса лазил. Короче, смотрел там варщиков всяких. Это. Видел Фурика, короче, у него руки вот эти с ТТГ с ревностным. Моя хуета будет неубиваемая. Это у Сейвка видел, да? Она как вообще, я не понимаю, она падает в самой ТТГ, она может выпустить или хуй? Может, может. Это обычная чарка, да, не классовая. Ну я понял, она считается общей, ну блять, я ее не видел ни разу. Ну я же говорю, я с 15-го прокрута только вот достал ее. Я ебал еще такую хуйню крутить, блять. Ну выпадет, выпадет, блять, заберу. У меня на со второй покрутке выпало. Ну это пиздец, нахуй. Ну не знаю, но только причем... в критических ситуациях спасает. Причем, когда крутил, выпали все возможные танковские чарки. Абсолютно все, нахуй. А это не падал. Еще кого-то на замену сажать. Синтека пока выкинем. Там синтека разбить и коконь. Не, не люблю щиты, тебе надо это самое. Ты кем, холиком? Какой чей? Такие же этот... Как его? Геншин. А мы чё, в 5 хилов не захилим? Признан же Энг. Он там 1016-18 дает. Ну ребро в 6 точно. Ладно. Серж, нужен слот. Ну, влажный. Всем привет. Мастер. Тебе уже в личку строчу. Да у меня, блядь, пинг у меня сегодня. Интернет целый день нахуй. Маски бьет. Слав. Это топ, я могу на замену пойти, я болею сегодня, если чё. Я смотрю, там лишние места людям есть. И Invisible топ. Да, давай. Invisible жалко, он постоянно на замену садится. Ну, вот именно, пускай он хорошо ДПСит, а я посижу и как раз болею. От меня косячить буду еще. Ну ты если что, тут ну не я уходишь. Тут, я да, тут, да. Я не ухожу, я слышу все. Ладно, ладно. Мясо Invisible поменял. Да понятно, что норм, но ДПС-то тоже нужен какой-нибудь. Кстати говоря, меня интересует
маг Бельстиллер, значит, он аркана сделал и стал так много давать, а остальные маги что, 26 кусков не дают? Или он один лучше? Так всех? Он баф получал в этом. Это он, баф, короче. И он поиски, блядь, на ему кидают, блядь. А-а-а. Короче, он с укором много наносил, потому что он 5, воровал баф. Короче, читер, да? Да, он воровал баф, моба просто. Чистая пудер такой, да. Ну да, это я. Это я, кстати. Читак, да? Я понял. Так ты ник, ну это не читерство, это же это... Это багаюзер. Багаюзер. Почему багаюзер? В смысле, это механика игры? Это игровая механика. Фичер. Он может похищать, ну, способности. Кокон с танка сбить, а? А ты что-то драконьим погост летишь, что-то воруешь. А что он ворует? Да, драконьим погости. Какой-то, ну, дебаф ворует. Какой? Моба. Баф, а не дебаф. Ну, баф, да. Монти, если есть возможность. Это я помню в начале Пандерии, в начале Катаклизма, ДКшники могли скиллы воровать. И там в итоге боссы шотались. Там первый день там один как. Лёха, попробуй графику в ноль выкрутить и ребутни комп. Мне вчера помогло. Скажи нашим магам, что за баф, чтобы типа, они тоже что, летали выкидывает? На сурфанге. Нет, чтоб пинг нормальный был. Они не смогут лутануть. А, ты патч ставишь, чи что? Нет. Почему не смогут? Он один только? Но там моб вешает на себя баф, и нужно ждать. То есть, пока первый баф на себя получит, и будет второй, третий маг лутать, у первого пройдет. Там один моб получается, да? Там один моб. Ну, я еще знаю в данже, если магам интересно, я расскажу. Короче, это только к сурку относится, да? Ну, это, блядь, это хуйня, я так обузил, когда CLK 25 только вышло, и когда накрученные хп были, и в обычке не могли сурфа пройти. Сейчас это по фану можно делать, типа, все и так проходит. Че у нас маны нет? Чисто засветиться в ритейлс. Ну да, чисто так выебнуться, то есть, да, для своих. Подожди, а если ты из игры выходишь, баф это продолжает тикать? Этого я не знаю. Ну вот это не думаю. Залутал? По идее нет. А, может, не залутал, не знаю. Ну вот, если он не тикает, то можно, в принципе, всех магов забафить. Так, кто пойдет, кто не пойдет. Ну это надо проверять, конечно. Да. Только это сейчас нахер. Давай, короче, можно. Вот синтек. Ну да, как я сказал, это. Не имеет такого value, как когда только вышла целка. То, кто почилить хочет, к мастеру место уступить? Мне кажется, кто-то из магов. Эвилейша танчит? Да. Ну ты хил, как ты будешь чилить, ты подумай. У синтеков хила. Сейчас на ребре и так надо. Ладно, Invisible пока что на ребро давай свичнем. Хурюку нужен. Бринтвор. Так я и так в хиле же. Лесове. Ребро в 6 хилов. Ребро в 6 хилов. Ну, вот, видишь? Ребро что? В 6 хилов. Прием. Сейчас... Да, прием. Сейчас я поставлю банк. Посчитайте, сколько миликов, сколько РДД с хилами. Ну, кто из ПД пьет, короче. Ну, три пати получается. 9 миликов, 3 танка. Ну, из них 3 танка. РДД с хилами сколько? 16 получается. Почему 3 пати? 15. А, ты 16, все правильно. Да. У всех там звания есть, армеец? Думаю, нет.
Сейчас посмотрим. Вот сейчас, короче, перс сюда армейцам. Так, сегодня по три банки идет. Чтоб наверняка хватило. Вот Wordaflex еще в армейце. Мастерия. Аммуниция. Вроде все. Так, танки у вас на ХП есть? Банки. Нету. Так, а у меня тоже, по-моему, нету. У меня одна осталась банка. Лукашная. Ну, банки лежат по три. Связка одна, значит, три берешь. А ты что, сегодня решил двух зайцев убить, Слава? И почилить, и души пособирать? Да, блядь, чилить тут особо не придется. Так, хукмастер, получается, инвизиблом. Ну, хулидринг там, если уйдет, то зайдет Лингрен вместо него. Не знаю, вряд ли. У меня пинг, блядь, два косаря. Ну, может, нет. Может, лучше будет. Там танчить-то особо нечего в танках. Стоишь просто, ничего не делаешь, в потолок смотришь. Там, если это ребро убьем, на леди, если еще инвизибла возьмем, не люблю, пойдет чилить. Так как там 5 хилов надо, не 6. Все. Леха, я на часик, так что готовься. Ставлю рыбу. Где хукмастер? Так, на пулы на Эвилашу. Получается, с хулидринком танкуем. Трактор, ты каски дайте, раздаешь? Дайте кулки по рогам. Есть у кого-то стак банок на броню? Зелень несокрушимости. Хулидринг тут, нет? Тут. Бафов перераспределяю. Это, ну, Шектор, ну, частицу навела, соответственно. Ну и больше это. Призан, короче, щит земли на хулидринка, бидон щит земли на Эвилашу. А рыба была? Ну, это синтек, геншин не люблю, присматривать и за воинами. Блять, отойдите рыба с рыбы, а? Была рыба. Присматривайте за воинами, там жирные пару тычек выдержу. Все, всех разбафал. Б5 кулаки у всех есть. Че, уходить пока можно? С рейда. Да, да, можно, ага. Все, Войд, готов. Ну, кулака на медведе нету почему-то. То кулаки. Но... У нас два пала, да? Да. На тебе, точечный. Ага. Керу Скот ему тоже дайте. Керу Скот ему тоже точно надо. Керус это кто у нас? А, увидел. Да кулаки просто под рулем давайте. Все вам-то особо не нужно МП. С паладина всего два. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. А вы чё, блять, может кто-то один в рейнджу встать? Пожалуйста.
Встаньте на ранжу, поводите лучше. Проходим бигдэм? Вот я один догадался, блять. Ну ломайте шипы. Шипы долго стоят. Киру, срезай. Bone Storm cast. Так, я выйду пока на ранжу. Ох, еба. Падаем. Что это, он развернулся? Там танк упал. Там... Да, их там костерезом ебануло. Хупал был в этом. Это Гера была вообще, блядь, по команде или как вообще? Что за нахуй такое? Геры вообще, по-моему, не было. Да, Гера была, она типа после Ладно. Второй... О, после вихря, короче, этого идет. Я хз. Ты, Вилаша, сейчас отошел от нас или что? Когда лужа вот эта закончилась, когда мы чуть левее стояли? Нет. Он... Ты и он, вы вместе умерли от костереза. Значит, Хулидринг отошел? Иди. Сейчас я посмотрю. Нет, может быть. Ну, 55 он бьет только, когда кто-то отошел. Отошел либо и Вилаша в сторону... Вы с Вилашей умерли. Вилаша не мог отойти в сторону и умереть от костереза. Да, значит, скорее всего, Холидринг. Ну, значит, он отошел. Ой, блядь. Ладно, сон, потом, если кому-то интересно, на видео посмотрим, что же там произошло. Там два шамана, если попадает этот, кто он, Шектор, на шип, сразу волну начинаете кастовать по танкам. Из пула Гера не забывайте. Так, все готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Bone Spike Cast. Чуть земли вот во время каста не забывай бидончик обновлять на Вилаше или на ком ты держишь, не помню.
Bone Storm Cast. Bone Spike Cast. Вилаш, иди вот сюда, встань, медведи. Ага, вот так вот. Он сейчас оттуда пойдет, ты его тут ждешь, и потом уже развернешься. Вот он дойдет. Ага, и все, ему сюда идет. Bone Spike Cast. Смотри, если у тебя фреймы рейда есть, если видишь, на кого шип кидается ваша. Если кинется на Шектора, прям сразу незыбку сдавай. После вихря ее не сдавай. Ну, то есть на вихрь не сдавай. Вот именно если хапало или хапало еще кого-то возьмет на ошибку. Шип в рейнже. Мы сразу прожимочку отдадим. А чё 4 шипа я вижу? Вы сегодня дрочите или что, блять? Выбейте синтека, он там уже нахуй полгода сидит. Давайте кто-нибудь кроме совы будет видеть шип ебучий. Я люблю щиты и бидон на шипах. Дикон по Геншину. Провист по не люблю. Бидон ставь тотем, ПС и гимноману. Шектор на шипе. Шектор, ну быстрее, квадрат. Кирус по бидону и на. Злобный тоже по бидону. А, у тебя когда? Шектор на шипе. Сейчас он еще рывок туда, и уже оттуда будет возвращаться. Вот ты вот тут его жди, Вилаш, чтобы он вот так вот, где медведь. Ага. Сейчас там служи, главное, выйдите, потом за спину успеете встать. Совы лапку обновите. На боссе. Кстати, по Эйе дайте сальву, кулидринг. Эйе? Да, Эйе. Ну да. А то как-то странно, он нас обгонять стал. У него пулят, что ли? Не понять. Но он первый по ДПС. Он, кстати говоря, фаер. Урюк. Первый. Реально. Не, из РДДшников я имею в виду. Вот. Кулак. World, что? Смотри, в Аркане дают. Ну, тут, конечно, такой босс. Тут же это.
на шип садит, так что. Тут кому повезло, кому не повезло, называется. Да. Что, будет не улетать? Кто, не люблю? Ну. Да, я подумаю. А тебе что, нихуя не надо, что ли? Не могу понять. Ну, мне нужна травма гер. Ну, а по приору? Кто первый? Ну, по приору не знаю. Посмотри. Типа, вроде никому... Гешин, тебе нужна травма? Ну, все, да. Ну, призон. Призон тоже больше. Призон почти поставить. Призона выше. Да пока не торопись сейчас, бля, это посмотрим. Так, получается что? Тут, короче, Песа и Синтек на вот эту шею, но у Песа больше приора. Вот этот амулет. Бля, случайно, прям. Тебе не надо, да? Ну. Так, Синтек, ГЦ. Бичевский меч. Или что это? Кинжал нах. Дух крит. Геншин, тебе надо эту хуйня? А на СПД больше будет, если я с Мороза выбью в хан. Так, ну это распыл. Так, сейчас. Это на духов патч ставим. Да, трэш добьем. Да, да. Так, Хрюк, ну тебе надо потанчить этого босса с Вилашей вместе на леди посидеть. Хорошо. А дальше чилить будешь? Че, мы также 6 хилов или мне в сову? Да ща подумаем. Хулик, в принципе, должен нормально поднимать. Контролик. Да так-то есть, это понятно. Призон в энке. Спикнулся в это. Да-да. Кто, призон? Да. А, ну, да. Ну хорошо. Как раз. Вот, перетащи его тогда меня в пятый. О, патч ставит. Так, получается, что? Холидринг на трэше получается. Так, и Вилаша здесь. Так, значит, Хурюк, твои мобы с лестницы, с ромбика. Гриппаешь. Если там приверженность... Ну, ты знаешь, да, всю хуйню эту рассказывать или нет? Значит, если призывать, или кто он там, приверженный, значит, его гриппаешь. Он начинает кастовать, ты, ну, подходишь к нему, я знаю. Сбиваешь эту хуйню, ага, подводишь. Ну, твоя задача в кружку его подвести. Тут тоже выходит приверженность, вот тут всегда по КД. А если с лестницы фанатик идет, то ты его не гриппаешь. Оставь грипп, он может кастовать взрыв начать, если что, притяжкой собьешь каст. Ну, там какие-то миники будут, не знаю, собьют, не собьют. Отбегут, не отбегут, чтобы была подстраховочка. Вот, ну и сводишь как можно лучше. Ну, если фанатик идет с ромбика, да, то приоритет набора агро это вот и на по нему. И, ну, и отвязнуть
спиной кружку вот так вот. Ну, Эвилаша, твои мобы, центральный фанатик, это приоритет набора агро у тебя. Ну и вот этот боковой петух, там всегда приверженец выходит. И его вот так из-за стенки хуяк кинул там что-нибудь, чтобы он на тебя пошел. Вот, стараешься как можно лучше их свести в кружок. Ну, 4 моба в кружок сводите, это прям идеально. Угу. Это ваша сторона. Ну, Хулидринг, соответственно, звезде. Теперь кто кого бьет. Рыбку поставь, ты проебался на той. Так, вот рыба. Сейчас я еще спекусь. Звезде, значит, РТДшники. На боссе у нас сидит, значит, Седжу, Хистория, Керус и ПС. 4 вот этих человека фул по боссу играют. Так, теперь звезде бьют. Значит, Притон, Некромантика, 4 мага. Да хуя что-то, да? Так, допустим. Так, сов сколько у нас? Раз, два, три, четыре. Давай вот так. Притон, некромантика, 4 совы. Сейчас, маги, подождите. Может, по боссу будете играть. Ну, со свищем, конечно, если надо будет помощь. Значит, в кружке играют милики. Значит, Вар, Биг Дэм. Значит, кто? Хукмастер, Энх. Это 3 человека. Ну, получается... Получается, смотрите, маги, все-таки играйте в звезде. Приверженца первого зергайте с центра. А 4 совы... Так, это получается что? 2 лока, 4 мага, 6 человек. А 4 совы играем в кружке. 4 совы играем в кружке АОЕшкой. Там разгоняем звездопады, всю вот эту хуйню. Вот, по контролям. Так, ну давай, значит, Вадикон все квадраты. Злобные все треугольники, а Равист все полумесяцы. Ретриков нет, хорошо, ни шот не треет. Ну и Нераза то есть, если что. Гимнов на ману 3 штуки, нормально. Вот смотрите, как везде, значит, вы убиваете вот этого центрального, и потом уже на остаточном вот этих двух петухов. Если что, мы повернемся, поможем фанатиков задамажить. Ну и все, убили. Чем быстрее убили треш, тем быстрее босса пошли бить. Вот, если что, мы Керус, получается, Синтек и Войд, мы на подстраховке. Если Сов берет в контроль, мы им закидываем вихрь. Ну и на второй фазе самое главное, духи. 2 штуки появляются каждые 10 секунд, имейте в виду. Он там на связи еще на замене. Всем добрый вечер. Вы уже на Леди, да? Да, на Леди. Да. Пока что жди. Сейчас, может, хорошо. Может, возьмем. Так, все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Добить. Бэрить? Фанатика добейте. Только мне одному это надо, алло. Только уёбки нахуй. Так, я резну Рависта. Равист реса я злобного. Следующий трэш вышел. Злобного реса. Сбег. А, два сбег. Трэш вышел.
Мышка, беги! Позвонили по телефону. Ёбаный в рот. Вы что творите? Две пачки трэша вышло. Бегите от духов, главное. Что-то контроль не дается. Ладно, падайте. Спиритс. Там у босса мана есть. Она когда заканчивается, сразу три моба выходят. Не забывайте. Деровист. Ровист, ты тут? Извиняюсь, интернет вылетел. Заходишь, нет? Да, уже грожусь. Ты там стримчика не будет? Пожалуйста, 300 баф. Не люблю щиты, хурюк. Ровис, ты где там? Ну, захожу. Не знаю. Сейчас хороший интернет. Даю отчет.
тиков звездочкой добить. Фрэш. Да что за хуйня? Хули он за мной бежит-то? Ёбаные танки. Вы где? Ну дайте ЛПшку что-то. Прием. Блять, одну... Лунный огонь один дал, блять. Ваша вылетел. Падаем тогда. Босс полтора ляма. Падаем, падаем. Не считается свайп. Сейчас лужа появится, встаньте в одну точку все. Лаша зашел, брат. Он за инстом. Духи появятся, сейчас ловите духов. Ну почти. Умерли чем раньше, чем духи успели появиться. Заходите. Ну, если проклятие с тебя не диспелят, то и ты что-то нажимаешь, то на эту кнопку вешается КД. Сколько там? Секунд 20, да? Проклятие надо диспелить. Диспелить его могут Синтек, Бидон, 4 мага, 4 совы. Посмотрим, кто диспелил. Ну, я не диспелил. Рассеивание 0. Значит, всем похуй на проклятие. Ну, на леди надо диспелить проклятие. Ну так, для справочки. Может, кто не знал. Если его не диспелить, человек какую-то обилку нажмет, то на нее вешается КД. Не магию, а проклятие. Ну, там тоже есть так-то. Вот тут вот, Синтек вот 3 раза снял. Ну, может, у меня что-то забагалось, не знаю. А, бля, только я снимал. Ну, ладно. Вот рыба. Там, по-моему, всего 3 проклятия было, я снял, что видел. Вот с Притона, Бидона и Некромантики. Глаша, ты тут? Тыкните. Глаши нету. Дайте столик, кстати, маги. У меня уже достаточно таких предметов. По призону кулак 10-минутный. Готовы, да я чё? 5, 4, 3, 2, 1. Беги, малышка, беги!
приверженцев. Крис и Вара. Беги, малышка, беги! Крюк, ты чё не грипаешь? Я как сбила. Злобный рез и хукмастера. Повернитесь, дайте АУЕ в мобов. У них щиты, ну, у них будет отражение заклинаний по КД. Беги, малышка, беги! Да что ты от него бегаешь, он не бьет в миле. Да бейте трэш. Все бейте трэш. Дайте АУЕ вот справа. Проклятие, не люблю здесь диспенти. Стоп, стоп им по боссу. Ну там до ляма доводите, там 2 ляма сейчас. Этот трэш, все в трэш сейчас переключили. Все, кто на боссе сидят, тоже помогли трэш. Отошли от босса. Контролим. И по боссу начинаем играть. По боссу обновляем доты. На следующего трэша сколько там? 10 секунд. По боссу. Вилаша, к боссу подходи. Керус, бигдема и диресы. Отойди от босса, он тебя убьет. На собокова добейте звезды. Ты на Вилашу напал. Все в трэш переключились, про босса забыли. Сначала все в трэш. После трэша босса. Духи 2 возле трэша появились. Хукмастер. Захиль теряет на фул. Взорвал духа. Духи появились, убегаем. Следующий на пул и на хурика. А, притон кастани ССП не люблю. По духу прям. Синтек, Реса и Вадикона. Spirits. Ревист, Реса не люблю. Spirits. От духа бежим. Помогли трэш убить. Контролим. Лаши на пульте. Нервист. Ты резал Седжу? А, ты не любишь? Я резал не люблю. Шо? Некромантика... А, опоздали. Я понял. Два духа прям в зеленом круге. Вижу. Дону законтролить. Духи возле трэш. Трэш, трэш бейте, почему трэш в рейде бегает? Прям в трэше два духа. Spirits. У кого у живого еще СС есть? Духи бежим. Yeah. У кого? Некромантик. Ну,
это. Мобов бьем. Милики приверженцев. Все милики с босса, уйдите, идите бить приверженцев. На контрольте кота. Меня кот убил. Пиздец. Ладно, падайте, давайте заново. Упай во тьму, вечную тьму. Spirits. Ты не в силах противиться моей воле. Spirits. На второй фазе Седжу с Хисторией идете напуливать левого и правого моба на Хулидринка. Трэш. Ну и по трэшу все совы играют. В первую очередь приверженцев убиваем. Также на трэш еще хукмастер беги. Ну и бигдем тоже. Чарж в этих приверженцев. Там где один, его в первую очередь зергаем. Там где два, ну тоже. Одного зергаем и второго. А то не щиты. Чтобы они к танку подошли, напуливайте сразу их. А Хольдринг где стоит, справа или слева? Звездочки, слева. Это на переходке. На переходке трэш три моба выходит сначала с одной, потом с другой. И так чередуется. На второй фазе, это когда мана кончилась у леди, вы играете по мобам, напуливаете. Ваша, ты тут? Нет? Как вы смеете вступать в эти... Запустили. Это место станет вашей могилой. И Ваша, да. Я видел, как туда побежала курица и прыгнул в чей-то ДКшный пет. Беги, малышка, беги! Но пет после пула прыгнул в него. Ну никакой дисциплины. То есть плюс 1000 епа не будет, да, сегодня? Да хули нас он пулит, блядь, похуй вообще. Никакой дисциплины. На постоянной основе вот те левые пулы. Первый удар от пета хукмастера, короче. Он детейлсе написал. А он прыгнул, пет прыгнул, когда уже бой начался. Да.
Ну, хз, тогда. Дайте ему средства. На связи ты тут? Да. Заходи. Танком же? Да, да. Ставьте шкаф. Прогрузился? Да, бафы если дадут, я готов. Сюда подойди к кружку. Твой моб центральный фанатик, на нем приоритет агро набираешь. И вон там моб крайний, там будут приверженцы по КД выходить. Твои два моба вот этих. Первый босса танчишь ты. Окей. Смотри на ману босса. Как маны у малого босса будет, там скажи хрюку забирать себя. И иди к боссу. Ну как только мана на нем кончится, сразу ОПшки готовь. И усиление рунического готовь на эту хуйню. Дай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Быстрее уе туда, дайте больше, там миликов мало очень. Там нет нихуя миликов. Дайте столбы туда. Или это надо объяснять каждый раз. Только магию прямую не давайте, в приверженцев она обратно отражается, вот как гнев я кинул. Чё, добейте его. Мелик из фичницы из фанатика. У тебя кош какой-то, стопы типа босса. Квадрат там под контроль, я под осветлением. Полтора ляма. Стопы типа босса. Еще трэш бьем. Там ляма ставьте. И готовимся трэш. Трэш зеркаем и переводим. Бейте босса, 800 тысяч. Трэш быстрее.
Все только трэш контролем. Забери фанатика. Босса переводим. Иди этот самый. На связи фанатика убейте. Блять, он хилится еще, с диспельте с него эту хуйню. Я тебе говорил, из-под босса уходи. Все в трэш переключились. Я сейчас пойду его резну. Отводи в центр. На. Да не бейте вы, ну сука, стопните, покурите. Иди биг демо резай. Только духов не хлопать осталось, и все. И контролить. Духи, бежим. Ты резнул биг демо, Керус? Пул баф по нему. Каску, лапу, пристабаф. Новые духи возле леди, бежим. Давать пока, да? Да. Все в духов, все в трэш свичнулись. Духи, каждые 10 секунд. Каждые секунд бегайте. 2 секунды стоите, 5 секунд бежите. Потом только босс. Духи побежали. Контролим людей. Своих не убить. Треугольник, контроль. Обновляем контроль заново. Духи в леди бегут, бежим. Сука, кукмастер, ну хули ты стоишь-то, блять? Всех касается, танков и всех миликов, нахуй. На пульте на связи. Жим, духи в центр бегут. Трэш, все повернулись от босса, ушли и зерганули трэш. Все в трэш зерганули быстро. Все милики по приверженцу, все РДД по фанатикам. Духи побежали. В трэше духи... Дух в трэше. Уходите оттуда. Контроль даем по своим. Все, трэш добитый. Бидона, ну бидона... Сука, контрольте. Бидон, вставалку юзай, захиливаем его. Духи, бегите. По КД бегите от духов. В центре духи съебались. Совы, бежим. Ай, блядь. Вадикон, ресай бидона, иннер ему дашь. Злобный, ресай домена. Духи, бежим. Фулл баф. Бидона щит. Трэш появился. Все в трэш играем. Приверженец. Спиритс. Пэсэ дай на хп гим. Приверженцы, все милики. Два приверженца, все милики. Свичнулись от босса, ушли. Духу для трэша. Взяли. Бегите, это, духи. Блять, панцирь вовремя нажал. Так, у кого еще БР есть? Синтек и Ревиз, да? Да. Так, Литон вылетел. Бьем пока босса. От духов бежим. Ровис, Трес и Бигдема. Духи в лестнице, в ромбике. Следующий сейчас появится. Трэш вышел, все в трэш. Духи появились. В кружке ушли оттуда. Все на другую сторону. От духов сразу на 30 метров убегаем. Свичнулись все в трэш. Духи снова появились. В леди бегут, бежим. Бигдема контролим. Как ты снял их? Ну как-то вихрь снял. Все, босса бьем. Моба последнего добейте, сука. Ну сдиспельте с него эту хуйню, он хилится, нахуй. Синтек, Риса, Бидона, последний БР. Керус взорвал духа. Вы слепые совсем, сука? Духи, бежим. Дух в трэш. Трэш бьем. Блять, да заберите моба. Прохильте холи дринка. Падайте. Ну, сопить освоение. Получается. Пентриков нет, которые увидишь хорошо. Можно холи дринка в ретрика, там
призана в хила, я в мишку. Вот. Будет кто в это? Можно, только Лёха, а, заходи. Я пошел. Блять. Это Holy Drink сказал? Да. Пиздец. Я такого же мнения. Сука, ебаная работа. Ладно, всем удачи. Кто же ее вообще придумал, да, работу? До связи. Это фиаско, братан. Доброй охоты. Ступай с ним. Короче, этот, история Седжу. Идите, короче, в кружке и бейте два приверженца, которые там появляются. Потому что они с щитами вечно стоят. На боссе больше не сидите. На первой фазе тоже. Керус только ИПС пускай сидят. Ну мы типа магии бьем. Ну да. До того, как он превратится, вы можете. Стан дадите. Удар по почкам называется. И будете бить магией. Ну и на хурика там напуливайте. Который крайне ближе не к леди, это она на связи. Приверженец. А который ближе к лестнице, это на этого. На хурика. Давайте шкаф. Тыкните. Можно было попробовать эти влания за место какого-нибудь мага, например, какого-нибудь. Ну или кто снизу ДПС. Ну что, ретрик нужен. Ну да, ретрик. Ладно. Влания ретрик. Ладно, хукмастер, заходи на ретрика. Домен, иди на замену. Вилания, заходи. Угу. Вот сейчас будет два ретрика. И роком, в принципе, можно там не бить вообще. Чем тогда снова на боссе? Не знаю, что вам сказать. Хорошо. Можете вообще нихуя не делать. В ребай зайдешь? Так, да. Настало твое время. Тонись пока что домен почили там в этом. Да, в Далране. Не знаю, вроде ПР меньше всего у тебя. Да, там 6000 ИП всего лишь. Слышишь, домен? Ага, я пока кикну. Так, рыба стоит, вон там кто-то на ней стал. Хрюк отсутствует. Не-а. Принимайте готовность. Все готовы, даю отчет. Не бахните инту, пожалуйста. Вместо воздаяния поставьте фрост резист. Да, да, все поставил. Спасибо.
астральный моб. Крюк, чё? Не репишь. Контроль, готовимся. Ну, фанатика, свичните себе, пожалуйста, но он хилится, ёбаный в рот. Он... Или что с ним, нахуй? Хуйня ебаная, не умирает вообще. Трэш свищимся. Обновляем контроль. До ляма доводим. Стопаем по боссу. Отошли от босса. Ушли от босса. Ушли от босса. Съебались от босса. Петов уберите. 700 тысяч, 600 тысяч. Все в трэш быстро. Все, кто на боссе были, все быстро в трэш. 400 тысяч на боссе. Крюк, забирай моба. На связи подходи к боссу. Керус, отходи от босса. Все милики, отойдите от босса. РДД, переводим босса. Контролим. Обновите контроль. Но не люблю, нету вихря. На связи, на пул, стоп, дамаг. Да ебаный, вы можете отойти от босса? Рави, стрессы, ворлда. На связи, на пул. Рави, стрессы, еще. Чего? Кэбл. Синтек, ресы, ворлда. Духи, бежим, в центре два духа. Съебались все оттуда, быстро. У меня тоже КД. Еще минута. Ладно, что-то забагалось, наверное, с таймерами. Вот икона нету. А, ушли в центре дух. Контролим людей. Контроль. На связи взорвал духа. Сука. Шекторы ресую. Духи. Spirits. Духи в леди бегут. Бежим оттуда. Постоянно бегаем. Будем вздыхать нахуй в 10 человек лежать. Мы хуй убьем. Трэш все повернулись и убиваем. У кого из друидов сейчас БР есть? Дух леди. А духов? Рез его дикона. Кто резнул его сейчас? Кто резнул? Керус. Керус. Хорошо. Надеюсь, ты не отдал еще раз. Нет, не отдал. Обновляем вихри. Обновляем вихри. Духи, бежим. Трэш выйдет везде скоро. Вышел уже. А, нет, не вышел. Бежим. Готовимся бить трэш везде. Обновляем бафы по всем. Каску, лапу, пристабаф. Духи, бежим. В лестнице, где босс выходил. Все в трэш повернулись. Теперь все трэш бьем. Без исключения, все в трэш играем, блядь, 5 секунд убили. Духи, духи, бежим, 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 стоит дух, бежит. Сука, бежим. Все, бьем босса 5 секунд. Spirits. Новые духи, бежим. С тромбика бежит дух, бежим. Контроль, фул контроль. Быстрее, быстрее. Геншин удал. Обновлять, готовимся обновить вихри. Обновить вихри на людях. Захиливаемся на фул. Духи, духи, бежим, на леди бежит дух, бежим. В кружке трэш, все повернулись, стопнули по боссу, и, ну, в смысле, играем по трэшу. Фулл ауе туда дали, бидон, бля, ебаный в рот. Бежим, здесь два духа, бежим отсюда, хлопнут, пизда всему рейду. Все, бежим, и новые духи через секунду. Новые духи прямо в трэше, вот эти зеленые лужи вылезли. Все, по боссу играем. Так, бидон у иннер, контролим, дал по водикону. По остальным контролем и вихрь обновляем два раза. Блять, далеко водикон. Духи в звезде убежали. Убежали со звезды быстрее все. В леди бежит дух. Духи через секунду новые. Новые духи, трэш вышел. От духов отбегаем и бьем трэш. Возле леди дух. Съебались все милики. И танк тоже.
Все в трэш помогли. И милики, все, Вилания, не сдохни. Сука, бабл, нажми, что-то сделай. Я сорвал трэш. Так уйди оттуда, дай гнев небес и уйди. Сука, не срывай трэш. Контролим, контролим своих. Песа сейчас всех убьет. Песа дал вихрь. Шектора вихрь. Друидов 6 штук, сука. Шектору вихрь быстрее. А у него там какая-то хуйня. Обновили. Духи бежим. О, блядь. Бежим, бежим. По боссу больше. Че у нас там до берсы? Духи в центре, бежим. До берсы 3 минуты. Нормально, успеваем. Боссу больше. В трэш пошли, помогли. Приверженец, хули он бегает? На бидона бежит, блядь. Какого хуя? Все дайте ему станы, блядь. Убили его. Контролим. Контролим. Не убить никого своих. У кого есть БР-друиды? У меня. Ворлда реснишь. Ворлда реснишь сейчас после контроля. Все, леди больше играем. Фулл баф по магу. Мага, мага, мага захил. Фулл баф по магу. Каску лапы пристабав. Духи бежим возле леди. Дух в леди бежит. Милики бежим. Сука, танк бежим. Песа, давай гимноману. Отойдешь от духов там и гимноману. Если видишь дух на тебя бежит, то беги. Пошли, ду, это, еще трэш играем. Так, контроль даем, я коту дал контроль. Нет, не дал. Бежим духи в боссе. Ай, блять, коту обновите, он далеко убежал куда-то. Все, кончилось. Боссу больше играем. Новые духи в леди бегут, вот, это, в центре летает. Сейчас новый дух через секунду. Дух побежали, побежали, уебали оттуда. По боссу больше. Сука, синтек лежит. У кого БР есть теперь? Вадикон. Синтек ареснишь. Только после духов, смотри, осторожно. Чтобы его не разъебало. Сразу и нырок ему. Все в трэш свичнулись. Сейчас духи. Все. Ну, отбеги там, обресай. У меня сейчас контроль будет. Да, после контроля давай. Контролим людей. Дайте АУЕ по мобам. Ресаем, ресаем, хилимся. Так, синтека ресаем. Духи бежим. Бежим, бежим. Лапку дал. Так, значит, от духи в центр бежим. Последнюю пачку вот эту заливаем и тут босса добиваем. До берсы минута. Последнюю пачку вот эту пошли, вернулись, залили, от духов убежали. Дайте незыбки, массакры, шектор, там всю хуйню. Контроль вот этот даем последний и по людям. Сука. Дох мили. Все, фул по боссу просто играйте, забейте Спирит. Уже на тот трэш, похуй, его не добивайте. Духи в леди бежит один. Три ляма добивайте. Как можно сильнее. Спирит. Дух возле леди, убегаем, милики. Милики, бежим. Притон, блять, поздравляю тебя, нахуй. Ладно. Да ладно, шея. Так, кто посох будет собирать? Лука. Я буду собирать геншин. А у меня и саранита есть, я и сам соберу его. То есть мне и на ДЦ и на шипу его подойдет. Я бы хотел. Ну у тебя что, бенстиллер с саранитами? У меня голда есть на сараните. Ну то есть я могу все купить. Ну а этот как он? Кристалл случайно? О, к тому времени мы ее уже, наверное, убьем. Ну, убьем ее, не? Когда не в очередь, да. А ты что, кристалл покупаешь, Геншин? Ну, это... Ну, убьем ее к этому моменту. Как я соберу осколки. Назначно убьем. Так, чё... Ты, кстати, Войд накинул холидринку ЕПшку? Нет, еще. Накидывал. Ну, не забудь просто. Сейчас. Так что вам на ролке? У тебя World Flex, у тебя что, как по этим?
покупать не будешь. Ну давай Геншин и Бенстиллер, кидайте ролл. Грац. ГЦ. Сагаца. Хурюк. Чё, бисовая шея, что ли? Вообще отлично. Хорошая шея. Она имбовая вообще. А чё, проковая хуйня, что ли? Ну... Да, я занерфил, а теперь вообще не играбельно. Вот на это сейчас меняется. У меня как раз не так апхита был. Thanks.